Ну что, когда я последний раз закончил это в пятницу, его, у меня все было не очень хорошо, на самом деле. У меня все было не очень хорошо. По-моему, у меня было после... У меня воры украли деньги, меня воры продамажили даже где-то на двадцатку. Сейчас у меня вообще денег нету, потому что... Я купил все шмотку в магазине, и мы двигаемся дальше. А, шмотка не купилась. Вот этот вот нож для писем я себе покупал. У меня осталось 9 монеток. А, не, хп у меня нормально. Плюс я восстановлю пылающей кровью, да и способностью одной своей. Кинарет говорит, что мы приятны на ощупь. Так, идем дальше. Ну, выбор у меня небольшой. Идем на вопросик. Что здесь происходит? К вам в развалку подходит мужчина с повязкой на глазу и дьявольской ухмылкой. Эй, чужак, есть мощь. Интересуешься? Она даст тебе сил больше, чем любая тренировка или благословение. Тебе пригодится, если ты один из этих безбашенных героев. Что скажешь? Хочешь мощи? К сожалению, мы не узнаем, что такое мощь, потому что деньги я все только что потратил. Придется отказаться. Ничего, придут другие. Мужчина невозмутимо уходит. Ну, надо подраться, я считаю. Потом пойдем в сторону лагеря. Я хочу одну из своих карт улучшить. Тем более, денег нет, опять же, на вопросики идти бессмысленно. Пойдем подеремся. Какие-то гарпии, или, я не знаю, нет. Что это птахи. Птахи дамажат 5 раз по единичке. Есть какой-то артефакт, который... Ага. Дамаг с 5 уменьшает до единицы. Клево. Полезно. Ладно, у меня есть железная волна на самом деле. Что у них еще есть? Во-первых, агрессия. Получаемый от атак урон снижен на 50. Потому что они летают. Эффект снимается после получения урона от атак 3 раза в одном ходу. Во. То есть надо один таргет избивать. Чисто избивать один таргет. Какой-то выбрать. Ну, выберем вот этот, наверное. Ну, в общем, это железная волна. Так, а ты что юзаешь? Планирует наложить положительный эффект. Ну, пофиг. Это таран. А, он же возвращает его. Блин, я думал, он в руку возвращает. Я забыл. Не хотел поюзать. Ну и что, задефаться, наверное? Или все-таки ударить? Не, наверное, пятерку получим урона. Но хотя бы вот эту попробуем убить как можно быстрее. Все, сняли ей. О, и она урон не наносит. Удобненько. Я ее еще и застанил тем, что она упала. Изи. Найс. Ну, я этого не знал, теперь знаем, что падать. Все заблокировали щитом. И что за баф на себя кидает? Сила. Единичка. Ага, теперь по два будет бить. Грустненько. Эта птаха теперь вообще не страшная. Она мне единицу, в принципе, нанесет всего лишь. Вот это... Два урона по 5, но это... Стоп, нет. 5 ударов по 2. Это будет 5 ударов по единичке. Вот это мне не нравится. Наверное, ее сбить надо. Потому что мне Тори вообще вот это помогает. Крутая штука. Можно и ерунду поюзать, кстати. Либо сбить одну из птиц. Наверное, вот эту, которая по 12 хочет ударить. Тогда мне урона почти не нанесут. Да, надо птицу сбивать, вот эту. О, раскат грома. Можно? Не, это убивать бессмысленно. Не, ерунда мне, наверное, не нужна. Раскат грома. Плюс уязвимость. Могу вообще вот эту убить, по-моему. Под уязвимостью сейчас сколько я ей нанесу? Семерочку. Не. Вот это надо сбивать, пускай она останется сейчас. Главное, вначале пускай они сидят, а потом мы с них еще и прохилимся, возможно. И сейчас мне придет, что, один урон, а я? А там два... Ага. Эта штука не уменьшала дамаг, когда он наносился в блок, только по ХП.
Незаблокированный урон, тут даже написано, надо было прочитать. Окей, 3 дэмэджа, ты что-то делаешь фигню какую-то, ты пытаешься бафаться. Ну чё, может последний... Нет, наверное, надо вот это убивать. Или, да не, зачем мне ее убивать? Вот это лучше, а то она там что-то делает. Семерка и шестерка ей сколько пишет? Ровно 13, отлично. Делает она там что-то. А эту просто застанем на следующий ход. Она нам ничего не сделает вообще. Три удара на ней, по ней нанесем, если мне, конечно, придут три удара в руку. Этот урон сейчас заблокируется. Что-то перским задом повернут, тебе кажется. Кар! Плюс один сила, ужас какой. И мне не пришло три удара. Нет, пришло. Жнец, который меня похилит. Ну, 14 я не хочу получать. Хотя, можно арсеналом жнеца улучшить. Не, фигня. Жнец, гнев, удар. Чтобы эту сбить. И заодно узнаем, какую способность они, вот, используют в этом случае. За весь урон, который не был заблокирован. Мне, наверное, надо вначале попробовать. Так. Вот так. И я надеюсь, этот урон сейчас полный нанесется. Не, все равно двоечка, жалко. Окей. Ну и что делает этот вопросик? Она снова взлетает просто-напросто. Ничего особенного. Туру-ду-ду-дун. Туру-ду-ду-дун. Я могу ее убить. Кстати, а противники всегда ходят в последовательности 1, 2, 3. То есть вначале будет здесь урон наноситься мне 5 раз. Потом единичку она нанесет. Пофиг, наверное, единичку. Да, если я просто собью вот эту, то мне придет всего лишь один урона. Раз у нее агрессия повышает... А, ну, поэтому и 5. Но эти 5 уменьшатся до единицы. Ну, и пофиг, окей. Раскат грома. Девятка, четверка. А эту я вообще убью сейчас. Ну, ладно. И один должен быть. Да, благодаря Тори. Чего такое? Какой рейд? Что? Какая подстава? Ёлка зарейдил, понял. А у меня не отобразилось что? А, есть. Нет, 30 рейдеров от ёлки показывает. Привет всем, друзья. Здорово, ёлоч. Так, ну и все, убиваем мы тебя, да? Или еще нет? GG. Похилились чутка. Так, новая карта. Не видел. Ага, железная волна. Наносит 5 урона дважды, двойной удар. Наносит 3 урона случайному врагу 3 раза. 9 дамага, а здесь 10 2 раза. И наносит 12 урона, можно улучшать неограниченное количество раз. У-у-у. Это интересно. У меня есть улучшающий карт. Но 2 маны. 12 урона за 2 маны. Здесь я за единичку 10 нанес. У меня всего одна улучшающая карта. А здесь я наношу 5 и еще 5 защиты апа. Все, кал, ничего не бери. Стоп, а можно реально карты пропустить? Я даже не знал, кстати. Чем меньше карт вколоть, тем лучше. Не, ну логично. Это всегда так в карточных. Я даже не заметил то, что можно не брать карты. Хотя, ну, блин, мне нравится 5 дамага, 5 щита. Не знаю, почему бы его не брать.
Ну-ка за ним, мне железная волна нравится, возьму ее. Погнали дальше. Еще монстр обычный. Не, можно, конечно, здесь пройти, там тоже будет костер. Через босса. Огромная красная надпись, пропустить не заметил. Тан-тан-тан. Сходить на босса нет. У меня бутылок особо нету. Никаких. Говорю, можно пройти с семеркой карт в колоде, все зависит от ранжей. Неплохо. Да, я думаю, давайте к боссу попробуем. Попробуем к боссу. Я, кстати, забываю про вот эту штуку. Когда я три навыка разыгрываю, я наношу урона. Стоп, она... боже, навык — это необычная карта, да? Навык — это то, что мне приходило... у них название есть. Арсенал — это навык, ерунда — это навык, и оборона — это навык. Вот как этот меч работает. Я не обращал внимания на тип карты просто до этого. Понятно. Зря я этот меч брал, по сути. Окей. А тот, который я взял, тоже атака. Железная волна, это атака. Элитные враги после первого босса какие-то сложные. Ну вот я и посмотреть хочу, что там будет. Поэтому пошли к вопросику вначале. Теперь вопрос в комнатах. Нет случайных боев у меня, кстати. Опять мне мощь предлагают. Да что такое? А, или мощь. Ха, или золото. С фихнутым на безобидным. Вы пытаетесь обогнуть группу таинственных фигур, как вдруг вас отвлекает голый краснокожий парень. Найдется немного мощи, дружище. Меня аж трясет, умоляю, может, горстка золота. Не, сори. Торчок поднимает кипиш и бронится на вас громким тоном. Не желая лишнего внимания, вы делаете ноги. Фак. Окей. Итак, что за бо... Воу. Найс, я напал. Надзиратель, рабовладелец и еще один рабовладелец. Что-то много. Ой, я могу сейчас три обороны юзнуть, и я их продамажу. Удобненько. Либо улучшенную железную волну. Не. 15 дефа. Первого заблочу, получается. Второй нанесет мне через блок единичку, и последний надамажит мне на 13. Прикольно ведь. Либо с железной волной еще тогда урона. Ну, то есть здесь я нанесу 7 урона, а здесь я нанесу 15 урона. Но здесь я задефаюсь побольше. Он уверен, здравствуй. Ладно, го, просто 3 обороны. Чё-то мне стрёмно вообще. Сбивают тут меня, это чай еще дебаф какой-то кидать будет. Да, единичку мне вписал и неиграбельную рану на меня кинул. Семь и стратегия, отрицательный эффект. Улучшает карту в руке до конца боя. Это гнев надо улучшать, наверное, мне. Давай-ка арсенал. А, чё, гнев нельзя улучшить? А, он у меня и так улучшенный. Тьфу. Раскрыть череп или удар. Давай оборону. Чё-то мне дефаться надо сейчас. Ну и будем избивать, наверное... Одного из слабеньких мобов вначале мелких вырезаем. Тут чутка послабее. Чуть-чуть меньше хп у него. Предупреждали. Да, возможно, сейчас придет заново начинать. Слабость. Единичка урона, еще одна рана. И опутывание. Не знаю, что такое путы. Вы не можете играть атаками в течение одного хода. И у меня мне пришли... В основном только атаки и...
супер. Да, я мертв. Я просто мертв. Единичка. Еще раны. А, минус пол хп. У меня банки. У меня есть эликсир. Сжигает проклятие. Ну, посмотрим. Ладно. Что? 18, 19, 10. Вы издеваетесь надо мной? А, у меня уязвимость. Клево. Я уязвимость не могу никак снять? По-моему, нет. Две железных воли и таран. 10 защиты у меня хотя бы будет. Жнец, чтобы похилиться на 12. И один щит. Я могу одного из них убить? 10, 19, не. Не. Ладно, тут я хиляюсь на 12 и получаю 5 защиты, а так я получаю 10 защиты и чутка дамага наношу. Ну, значит, придется вот так. И вот так. Боже, сколько дэмэджа сейчас будет по уязвимости. Ау. 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 Семерки. 5 у меня не хватает третьего навыка. Ну, хоть дев есть. Здесь убить можно. 8 плюс 9. 17. Если еще железную волну, то этот умирает. Либо лучше сейчас дефаться, наверное. Вообще по полной. Этого на следующий ход убьем. Карту. О! Я могу еще две обороны, и тогда их всех вообще продамажу. На пятерку. Еще гневом вон того. Да. Еще и улучшенную оборону получил. Ну все, этот в следующий раз умирает, по идее. Сгребание. Заблокирована слабость. И атаки сейчас не смогу играть, да? Слабость? Не, урон просто уменьшен. И уязвимость. А, не все хотят атаковать. У меня рана пришла. Я его даже не убью. Все, я мертв. Да? Я мертв? Не знаю. 8 урона. Не, этот умирает, окей. Я хотя бы подефаю сейчас. Мне надо эликсир юзать? Сжигает все карты статуса. Проклятие в вашей руке. Да не, пофиг, наверное. Ла-ла-ла-ла-ла. Не, ну типа этот мне единичку нанесет, второй десятку. Еще плюс слабость. Опять раны пришли. И все, ГГ. Ноу! Вот и закончился наш первый ран. Сходили на рабовладельцев. Иди. Ну, теперь мы знаем больше. Like fast donation, accept. Спасибо тебе за донатик. Как видишь... Нам неплохо бы вздремнуть. 115 очков за 23 пройденных уровня. Убитых врагов. 7-14 очков. Осталось открытий 6 каких-то. Боссов 1. Общий счет 199. Ну окей. Новый персонаж открылся у нас также. Не знаю, за нового персонажа сейчас играть или за старого. Что у него есть вообще? Это безмолвное. Оно также стартует с 99 золота. Это охотница из туманных земель, уничтожает врагов с помощью кинжалов и ядов. Берите две доп-карты в начале каждого боя. У нее змеиное кольцо. Ей надо еще 6 открытий до разблокировки. Я тоже даже одно открытие не сделал. А типа количество очков. На первый раз неплохо. Мне тоже кажется, что я неплохо сыграл на первую свою катку. Ну, надо поменьше боссов все-таки нападать. Ну что, чат, за безмолвную? Или за латоносца?
Давайте безмолвную смотреть, окей. Okay. Жаль, третий не открыт, ранний доступ. Преддверие, приветствую, я Ньёв. Огромный кит какой-то. Дойди до босса, чтобы получить мое благословение. Хорошо. Ладненько. Сайлент повеселяем. Не, ну сейчас посмотрим безмолвную. Потом чередовать, наверное, будем. И так, и так. Сразу же в первый вопросик идти, мне кажется, бессмысленно. Лучше пофайтить вначале побольше и потом какую-нибудь карту улучшить. Поэтому прям вот слева пойдем. Здесь. Есть сюжет? Я думаю, что да. Первый рабовладелец. Нифига у нее карта, маны всего 3. Окей, на семерку нас планируют ударить. Ни одного яда у меня, одни удары и дев. Лол. Ладно. Дебафать меня будет, тварь. Ну ладно, двоечку урона получу, пофиг. Чё у неё маны так мало? Мне это не очень нравится. Так, снова 7 урона, снова проклятие хочет кинуть. Вы получаете 8 защиты и сбрасываете одну карту. Окей. Из руки сброс, да? Я так полагаю. Наносит 2 урона, накладывает 1 слабости. Наносит на 25 меньше урона атаками. Хорошая карта. Лойс. Мне теперь выживание юзать не надо особо. Правильно. Хотя, какая разница? Если он не пробивает меня, отрицательный эффект же все равно, наверное, накладывается, да? Попробую, посмотрю сейчас. Сгребание. Да, 0 урона, но он все равно мне дебафает атаку. Ладно. Слабость больше не действует. 12 дэмэджа в этот раз. В этот раз мне надо юзать выживание, и причем сразу же. Чтобы еще одну оборону поюзать. А, я сам выбираю, какую карту сбросить. Не. Я думал, рандомную карту сбрасывает. Нести ему четверочку. Лишь главная фишка у нее яд, самая лучшая колода на нее как раз через них. Ну, там было написано про яды, так что неудивительно. Окей. Я думаю, если мне повезет с 3 ударами в следующей руке, я его убью просто. А сейчас лучше подефаться. Семерка. Окей, нормально. 3 урона и накладывает 1 слабости. А это значит, что... Не, не убиваю, к сожалению. Зато дефаюсь от одной обороны просто. 0 урона. Ну и все, убиваю в следующем ходу. Ведь считаю, что сильнейшая дека на дискарде персонажа. Так, давайте смотрим, что за карты мне приходят. Овешный навык. Все враги теряют 6 силы до конца своего хода. Сжигается. До конца одного хода 6 силы. Очень специфично и рандомно, по-моему. Тратит всю энергию. Наносит 7 урона x раз за x энергии, соответственно. То есть... Этот пронзающий выпад может нанести за один ход 21 урона. Вау. Либо коленом в лицо наносит 8 урона, и вы получаете энергию в следующем ходу. Воемба, рекомендую, отличная сейва. Я хз, мне нравится коленом в лицо. А вот это вообще может ваншотнуть кого-нибудь. С другой стороны, зачем ей вот это? Если у нее много карт в руку приходят, плюс 2 карты от Змеиного Кольца, и чем больше карт, тем больше энергии ты юзаешь. А тут, ну как бы, ты нанесешь 20... Сколько? Как я говорю? 14, 21 урона.
Выпад кал не надо. Да, выпад говно, я понял. Выпад не очень. Я колено хочу взять. Я возьму колено, мне нравится. На мане будем играть дополнительно вначале. Окей, идем дальше. А ты кто такой? Культист, привет. Я с таким еще не виделся. Он так забавно машет ручками. Обезвредить слабости. Колено. Получите ману в следующем ходу. Она мне в следующем, кстати, может понадобиться. Сколько он что-то там себя бафать собирается? Просто юзаем дамаг. Окей. Так, что-то юзнул. Агрессия. Этот враг планирует нанести 6 урона и получает 3 силы в конце своего хода. Ритуал какой-то он использует. Ну, фигня, по-моему. Он мне, во-первых, не нанесет урон, потому что у меня будет достаточно много защиты, десяточек. Ага. И сейчас он получит плюс 3 силы, да? Окей. Каждый раз так, видимо, будет получать. Теперь девяточку. Он мне пытается вписать, но он уже умирает от 3 ударов. Оу. Джиджи. Зелье ловкости. Клево. Добавьте карту в колоду. Не так. Отвлекающий маневр. Вы кладете в руку случайный навык. В этом ходу он стоит 0. Сжигается. Но это надо брать, если у тебя есть навыки, которые стоят больше 2. У меня пока таких вообще нет. Метнуть кинжал. Наносит 9 урона. Вы берете одну карту, затем сбрасываете одну карту. Либо шквал кинжалов наносит 4 урона всем врагам дважды. А это значит 8 урона. Я, наверное, шквал кинжалов возьму. Шквал отличная персона, люблю метнуть кинжал. Мне тоже кажется, что шквал очень хорош. Брать одну карту, затем сбрасывать одну карту. Тоже удобно, но такое. Спасибо. Маневр, он генерит тебе скилл, а не дроует. А, он абсолютно случайный берет. Блин, круто. Не, ну шквал мне нравится. Давайте шквал возьмем. 2 ловкости и 17 золота. Ну, дальше. Третий файт. О, это 2 маленьких воши. Против которых у меня есть шквал. Сворачивается, получает 5 защит, когда теряет из-за это так один раз за бой. Ну, я могу прям сразу шквалом им убрать... И их свернуть спокойно просто. Возможно, одну из них даже убить. Надеюсь, вот... Не знаю, урон сейчас... То есть 9 будет. И 5 защиты, да, у нее будет. 1 защиты. 9 хп и 1 защиты. А это значит, что 2 еще удара, и она умирает. Шквал дев-дев. Либо так. Чтобы, да. Так, я получу 2 урона. Если я убью, я получу 5 урона. Оу! А, ну да, все правильно, я посчитал. Только забавно, что шквал успел нанести урон до того, как они свернулись. Ха. Весело. Да, мне девца надо. А теперь убьем их спокойно в следующем ходу. Большинство скиллов этого перса подобные. Он построен на прокрутке деки и куче энергии. Но у него нет кучи энергии, у него 3 энергии. Ну, ладно. Убивать обоих. Ну да. Стратегия. Давайте карту в колоду. План побега. Вы берете одну карту, вы получаете 3 защиты, если эта карта навык. Наносит 5 урон, накладывает 3 яда. Отравленные ядом существа теряют ОЗ в конце своего хода. Яд снижается на 1 каждый раунд. То есть 3-2-1. Урона наносит за 3 хода. Да, атака наносит 8 урона. Выберете карту. Резкий замах. Так себе. План побега
Звучит интересно. Халявный стоит 0 маны. Резкий взмах, очевидно, Даланте. Для Пойзона уже не пошло АДК. Мне кажется, план побега можно взять. Или ничего не брать. Очень выгодно играть на ранних этапах от защиты, очень вознаграждает. Ну, за этого персонажа точно. Это за прошлого у него он КП восстанавливал от артефакта, а тут... Я хочу план побега попробовать взять. Стоп. План тупо место занимает, он под Пойзон, надев деку. Да, логично. План здесь не нужен. Только берешь одну карту за, ну, типа, за 0 маны и всего лишь 3 дефа. Да, он очень рандомный. Ладно, давайте резкий замах попробуем. Не буду скипать карту пока. Так, я хотел на вопросик пойти или еще драться. Давайте попробуем на вопросик в этот раз. Деньги есть какие-то. А, это еще что такое? Споровые облака. Собираются нанести мне 6 урона. Это крыса, в которой гриб. Грибной мутант. Дурак планирует нанести 6 урона и, погибая, накладывает на вас 2 уязвимости. То есть их надо убивать одновременно. Правильно я понимаю? Окей. Так, слабость на одного из них. Чем мне колено еще раз дает ману в следующем ходу? Угу. Ну, значит, колено сейчас и надо будет язнуть. 2 обороны, наверное. Одну слабость и 2 обороны. Того в меня ровно 10 урона. О, коленом... Ну, пускай... Да в тебя, без разницы, вроде. Ага. Бэх. Стараюсь без боксит гейминга, так на... Мисках всяких и посабжу. Хорошо ведь. Хм. Шквал кинжалов почти убивает вот этого. Он накладывает на меня уязвимость, значит, этот наносит по мне сколько? Много. Возможно, я могу их всех убить сейчас. У меня же 4 маны. Итак, у этого останется 3 хп. Я добиваю его ударом, предположим. Сюда вписываю... Резкий замах и еще один удар. Да, по-моему, я их убил. Литл. 6. Ровно летал вообще. Прям ровно. Чуть выживание на всякий случай нашел. Отличненько. Добавьте карту в колоду. Хищник наносит 15 урона, в следующем ходу вы возьмете на 2 карты больше. Вместе с коленом хорошо юзать. Вы получаете 5 защиты, защита не исчезнет в начале следующего хода. Удобненько. Советую ходить по элитным противникам, так за них дают реликвии. Это самая важная часть игры. И атака из-под тяжка, но 7 урона накладывает 1 слабости. Это очень слабенькая атака. Хищник поломанный, хотя блюр тоже офигенен. Ну, одна дорогая карта в руке, кстати, неплохо для убийств таких. Это плюс удар коленом, это минус 25 хп. Блик предлагаете. По элитам бодро ходить, если у тебя сильная дека. Если такая сила, то лучше обойти по вопросам магазина. Логично. Блин, не знаю. Я хочу от навыков поиграть, попробовать. Другая защита тоже не скидывается. То есть... Я понял, почему блик. Я хочу блик попробовать. То есть ты вместе с ним еще какую-то защиту юзаешь, и она тоже остается. А можно мне шквал ударов, пожалуйста? А то я тут на слизь случайно наткнулся. Ау.
Просто ау. Ну ладно, сколько у меня обороны есть? 8 плюс... Окей, 13. Они дамажат мне 15 плюс 3. Я могу еще одному дать слабость. Или просто убить их. Парочку. Один килл и выживание. И обезвредить. Убиваем вот этого за 12. У которого 12 хп, они потом мне наносят 13. Выживание юзаю. Обезвреживаю. Да, один килл надо сделать. Так, вот тебя, тебе слабость и выживание. Бросаем удар. Три урона получу. У меня слабость положили, окей. А вот и блик. Ох, сколько у меня обороны-то. А? Видимо, коленом в лицо не пойдет сейчас. А я всего 15 по защите у меня будет. А я до следующего хода останется. Да. Возможно, даже коленом в лицо было бы сейчас неплохо юзнуть. Не, лучше подефаться. Теперь я все равно ослаблен. Мне надо ждать АОЕшки, которая по 4 всех дамажит. Сейчас она мне должна прийти. Поэтому дефаемся и сейчас их всех как-нибудь здесь раскидаем. Мне еще слабость, правда, юзнули. Вот он, шквал кинжалов. Ай, 6 всего впишу. Жаль, этот не умрет. Ну и вот этих двоих, не? Можно резкий замах. О, я же... Можно попробовать карту вытянуть какую-нибудь клевую. Есть. Обезвредить. Круто. И у меня еще две брони даже есть. И этот умирает теперь. Этого я убить не могу, поэтому дефаемся. Да? Ну да. Джеки почти хватит. Полностью нет. Лол. Просто лол. Ослабление мерзкое. Ну и все, ГГ. Тебе коленом в лицо, тебе дамаг. Блин, привет. На всякий случай, сила работает так. Просто летовый плюс на ее количество к любому урону из руки. Ловкость также, только на защиту. Да, про ловкость знаю. Сильно, когда я 3 плюс. Ловкость юзу уже. Так, новая карта. Просчитанный риск. Вы сбрасываете все карты в руке, затем берете столько же. Сжигается. Я думаю, это очень важная карта. Вы получаете 5 защиты, вы берете 2 карты. Не-не-не-не-не, фигня. Рассчитанный риск, по-моему, прям must have. Для этого персонажа, если не нравится, что юзаешь. Тем более, действительно, ведь можно посчитать, что тебе придет примерно. Итак, лагерь. 30 хп мне восстанавливать не надо, улучшаем карту. Бэкфлип, от которой я там, там был второй. Хз, не. Так, хорошо, улучшить риск. Что это даст? Вы сбрасываете все карты в руке, затем берете столько же карты, и она не сжигается. Блик дает 8 защиты, фигня.
Колен в лицо 11 урона наносит. Шквал кинжалов наносит 6. Я думаю, шквал улучшать лучше. Не, Вить, я думаю, риска мне одного хватит. Я хочу улучшить шквал. Безвредить 2 слабости и 4 урона. Фигня, здесь 11. Шквал, шквал очень хорош. Улучшаем ее. И что, на первого босса сходить, не? Не знаю, карты у меня, конечно. Ну надо, надо. Чем раньше, тем лучше. А, что ты? Лагавулин. Этот враг спит. Получает 8 защиты в конце своего хода. Ну, давайте попробуем его разбудить. Узнаем, что нам это даст. Он проснулся. Хромирование больше не действует. Он оглушен на время своего хода. Окей. Я мог бы юзнуть сейчас блик и одну оборону, чтобы к следующему ходу быть готовым. Риск нет, бессмысленно. Я не думаю, что есть смысл один удар сделать. Может, набафаешь себя до чем? Я мог на самом деле... Ну, на один ход. Я не знаю, будет ли он в следующий раз бить, поэтому я не думаю, что юзать... Блик сейчас хорошая идея. Ну, то есть... Блин, а что еще? Не, просто блик и один удар. Есть. Чё-то стрёмный он какой-то. 18 урона. Хм. Обезвредить. 13 урона. Оборона. 3 урона. И 2 тебе в лицо. Безрезить удачно пришло. 18. А чё так жестко-то? Ну тут точно колено в лицо. И 2 защиты, наверное. 5 впишет. О, бой. Ага, стратегия. Мощный отрицательный эффект на меня планирует наложить, да? Ну, давай тебя избиваем тогда сейчас пока что. Резкий замах. Либо блик и оборона на следующий. Хотя, если это отрицательный эффект, возможно... Не. Дамаг и блик. А, и оборону что же могу поюзать? Возможно, это будет какой-нибудь просто уязвимость. Я же не знаю, что это будет. Высосать душу. Что? Ловкость снижена, сила снижена. Жесть какая. Действительно мощный отрицательный эффект. Так, ну погнали. Чё, шквал ударов. Шквал кинжалов есть. Удар есть. И еще выживание на... Спроси, вот это как. Мимрик! The flames burning strong. Кстати, я задумывал свой ник как Мимрик, а не Мимрик XD. А, Мимрик, окей. Спасибо тебе за рисавчик, спасибо большое. О, блин, может пора чё-то пить? Колено в лицо точно. 2 обороны. Две ловкости. Тогда я на 12 могу задевать. Очень слабо, 2 обороны, это 8. Он мне десятку сейчас будет вписывать. Я ему десятку. А так он мне 18. Может, разочек зелья? Все-таки с босса тоже, наверное, зелье выпадет, правильно? Я думаю, зелье и 2 удара. Возможно, я смогу его сейчас добить.
Вон, стратегию юзает, у меня безвредить пришло. Самое время юзать просчитанный риск. Бросайте все карты в руке, затем берете столько же карт. Да, я думаю. Либо можно один удар поюзать и потом сбросить. Либо два удара поюзать и сбросить. Мне оборона не нужна, обезвреживание мне тоже не нужно. Рассчитанный риск, просчитанный риск считает себя картой, она себя тоже как бы сбрасывает или она себя юзает? Есть предположение, что она себя юзает просто. Ладно, сделаем вот так вот. Да, я две карты поменял, и мне два удара пришло. Есть. Ну все, я думаю, добьем сейчас Одна оборона. И колено пришло. Ну, не, все, он умирает. GG. Вот и зелье пришло на 3 слабости. Добавьте карту в колоду. И бронзовая чешуя. Каждый раз, когда вас атакуют, наносит 3 урона в ответ. Когда атакуют, даже если в блок попадают. Наверное, это круто. Наверное. Итак, карта в колоду. План побега. Берете карту, получаете 3 защиты, если это карта навык. Может зайти под деф. Накладывает 3 яда, накладывает 3 слабости. Парализующий яд. 3 слабости, это же одна слабость на 3 хода. Ну, то есть 25%. И талант. Все, кал, ничего не бери. Накладывает один яд каждый раз, когда атака наносит урон по ОЗ врага. А талант юзается один раз на весь бой, да? Ну, с моим шквалом это неплохо. Шквал будет дважды яд наносить. Я теперь могу от обороны играть с новым артефактом. Серьезно, ничего не бери. Давайте скипнем, окей. Хорошо, пропустить. Зелье слабости, бронзовая чешуя и деньги. Пропустить карту. Совет, награда. Не забывайте свою награду, чтобы ее забрать, просто кликайте на содержимое. Пропустить. Дальше еще один флайт. Эй, воришка, ноу! Фак! Фак ю! Ничего, ничего. Че, восьмерку ему? Да две защиты. Или что-нибудь получше вытащить просчитанным риском. Можно юзнуть блик, к примеру, юзнуть риск и попробовать вытащить что-то, что дает 8 защиты и еще урон нанести. Давай. Да, выживание. Вот я его и искал. И колено тоже. Хорошо, хорошо. А я могу теперь даже выживание не юзать, я же себе... А, не, в любом случае выживание. Держи коленом в лицо и выживание. Все равно этот файт долго длиться не будет, так что мне риск не понадобится здесь. Лучше вытащить с просчитанным риском, да. Десятка, да? О, сейчас не десятка будет у него. Мы его обезвредим. Он наносит 7. У меня есть оборона. У меня есть шквал по нему. Удар и еще удар. Ха! Изи грабитель. Деньги он мои пытается украсть. А ну умри. Золото возвращенное, золото и зелье отравления. Вау. Че в карта? Ну, с 12 урон начальная сжигается. Вы будешь начинать каждый бой с этой картой в руке. Убирается до конца боя. Интересно.
Скачущая фляга за 2 маны, 3 яда на случайного врага 3 раза. Против босса, наверное, мощно. Если босс один, сразу 9 яда ему кидаешь. Или акробатика. Вы берете 3 карты, затем сбрасываете одну. Бибиви, здравствуй. Недавно тебе кидал ссылку. Получил амнезию. Да, я видел ее. Ну, у меня и так амнезия куплена. Нож или фляга? Вот я думаю попробовать, может, флягу. Вот билд с ядом идеально, там удвоить можно постоянно яд наносить. Но у меня не яд, ну, билд не на яд. Блин, мне кажется, можно нож взять. Выглядит неплохо. 12 урона за единичку. Плюс мои 12 урона со шквала и еще что-нибудь. Аксель, привет. Чтобы как можно быстрее выпиливать самого первого монстра. Блин, да что все флягу просят? Звучит интересно. Не. Ну, против боссов, да. Ну, сколько там? 9 урона будет. Потом 6 урона будет. По боссу. Это 15 и еще 3. 18 урона она в соло-таргет наносит. А нож наносит 12. Я хочу нож. 2 сундука, один слева, один справа. Потом там есть торговец. Но если я пойду к этому торговцу, я еще к боссу попадаю. Чего довольно опасно. У меня еще хп не максимум. Сложно. Еще одного босса я сейчас не выдержу, наверное. Лучше пойти сейчас, наверное, сюда, потом пройти слева, через лагерь, и потом еще один лагерь здесь. К торговцу заодно заглянем. Да. Направо пойдем. Сундук! О, 80 золота и закупоренное пламя. Получив реликвию, выберите атаку. Эта карта будет в первой руке каждого боя. Шквал кинжалов, привет! Или колено. Колено вначале вообще круто. Или все-таки шквал? Вообще, шквал плюс нож в спину в начале, это те самые 24 урона. Обезвредить? Не, мне кажется. Хотя это бесплатная карта. Сейфовенько. Мне кажется, лучше ваншотать всех вот так вот сразу же. Ну, почти что. Давайте шквал. Погнали. Вопросик. Вы заходите в комнату, заслышав бульканье и скрежет металла. Перед вами слизистое существо, объевшееся металлоломом в сердцевине этого существа, заметно странное свечение. Возможно, что-то магическое. Похоже, что вполне можно дотянуться до какого-то сокровища, если осмелиться засунуть руку в отверстие. Однако, кислотой и острыми обломками можно пораниться. Всего лишь 3 хп ради 25% шанса найти реликвию, это да, конечно. Ай! Вам достаются лишь ржавые металлы и щепотка жгучей боли. Тем не менее, вы непоколебимо верите, что внутри осталась реликвия. Фак. Еще чуть-чуть попробовать. Да. Я сейчас буду, в принципе, у лагеря и смогу похилиться. Еще глубже. No. Да какой до конца, ну?
Все, это последний трай. Не, уходим. Здесь хиляться приходится. Торговец. 293 монетки. Ну, здравствуй, торговец. Итак, что у тебя тут есть? Банки. Такие мне не нужны. Королевская подушка. Восполняйте на 15 ОЗ больше, когда отдыхаете. Мне может скоро пригодиться она, кстати. Урна с изображением птицы. Восполняйте 2 хп при каждой игре талантом. Скинь карту из колоды, одну ничего не покупай. Я вот тоже думаю о том, что скидывать карты это клево. Вопрос что? Один удар просто скинуть. Все остальные-то у меня клевые. Через защиту я хочу играть, тем более у меня есть блик. Наверное, один обычный удар. Да, наверное, обычную атаку. Торговцы на 75% только ради этого и нужны. Мне тоже так кажется. Один удар выкинем. Манга повышает максимальное хп. Шипы каждый раз, когда вас атакуют, наносит 3 урона атакующему врагу. По скидке акробатику предлагают, Вить. Смотри, ты говорил, что это офигенная карта. Ну блин, что? Она одну манну стоит. Ты берешь 3 карты и сбрасываешь одну. У меня, к примеру, нулевых ман... нулевых карт у меня... Только обезвредить и просчитанный риск. У меня уже риск есть. Нафига мне акробатика, к примеру? Чтобы с бликом найти еще одну оборону, чтобы с бликом найти выживание. Нескончаемая агония. Когда берете эту карту, вы кладете в руку ее копию, наносит 4 урона, сжигается. Ага. Бесконечная нулевая карта, да? Можно разыграть только если в руке нет других карт, носит 15 урона, искусный выпад. О, я так быстро карты не трачу. Курсы из рук выкидывать, искать дамага дев, когда надо. Блин, я хочу королевскую подушку. Каждый раз, когда вас атакуют, наносит 3 урона атакующему врагу. Зачем мне шипы, ребят, если у меня бронзовая чешуя есть? Не, в теории я, конечно, могу... Перевязка ран. Не. Я бы подушку взял. Я думаю насчет подушки. Ну сколько у меня там? 27 хп восстанавливалось. То есть я... Ровно на фул прохились. Не, мне подушка сейчас не нужна. С другой стороны, она не такая дорогая. Кармачан. Да, жалко, что турнир затянулся. Купи хилищую карту и шипы, обязательно шипы. Да ну тут дорого все, нафига мне хилищая карта? Один раз за бой 4 хп, пока ты... А, она 0 маны стоит. Блин, а 0 маны для него неплохо. Что бы ты ни делал, пончик вообще не слушаю. Не, я не думаю, что есть смысл что-то брать, ребят. Уходим отсюда. Так, идем через обычный файт, конечно же. И он не такой уж и простенький. Кем могу убить? Вот эту штуку. Ножом в спину и шквалом кинжалов. Но потом мне придется получить урон от рабовладельца. Либо я юзаю блик, сбрасываю все и ищу защиту чисто. 5 защиты. Там может быть найду 8 защиты. Скорее всего найду 8 защиты.
А еще, может быть, слабость найду. Я сделаю так. Блик, шквал. И попробую найти дев. Слабенькая оборона пришла, которая... На, придется убить. Хотя он бы мог сдохнуть, если бы я просто задефался. Лол. Не выбил вообще то, что хотел. Да, я мог вош убить через броню. Я поэтому так пытался играть. Нахиляться теперь придется. Очень мерзко. Что там юзать собрался, не помню. Слабость, скорее всего, какую-нибудь. Интересно, когда они юзают абилку, они тоже ранятся? Или когда они атакуют? Ага, только атакуют. Ладно. Я не могу бить, как удобно. Да и пофиг. На тебе колено. Смотрим карту. Искусный выпад. Нет. Срез наносит 5 урона. За 0 маны. Хищник наносит 15 урона. В следующем ходу вы возьмете на 2 карты больше. Блин, что-то... Вот эти вообще взаимозаменяют друг друга. Срез. У тебя уже есть один хищник? Нет, у меня еще нет хищника, ведь ни одного. Срез кал, не надо. Че, ты действительно думаешь, что хищник хорош? В следующем ходу берешь на 2 карты больше. У тебя много карт, срез норм. У меня много карт, 17. Хищник полезный. 2 маны это дорого для 15 дамага, вообще хз. На 2 карты больше берешь потом. Мне больше срез нравится. Часто не тратишь все карты в руке, в том-то и дело. Я тоже это понимаю. Потому что из нулевых у меня только обезвредить. Срез это, по сути, хреновый. Хреновый обезвредить. У меня вообще хороших карт мало. Не, двухмановую я точно тратить не хочу брать. Ну ладно, попробуй взять срез, посмотрим, как будет работать. Ой, вопросик или файт? Я не хочу файтить. Пойдем вопросик. А там тоже может быть файт. Здрасте. Злоба. Ура. Гремлин щитоносец. Безумный гремлин. Я их сейчас бафну, по сути, если шквал юзну. 12 урона. Зато этот почти умирает. Можно ножом в спину его и... Зачем мне убивать щитоносца сейчас? Блин, шквал хорош, но мне с ним что-то не везет. Ну, через блик и выживание. Сколько там будет? Блик выживания и шквал кинжалов, который бафнет этих. Не, шквал попозже. Шквал позже, рано сейчас. Он очень сильно их бафнет. Блик выживания. Да-да-да. Шквал, нож, замах. То есть... 8.
12, 8. Витя, я бы не убил. Ну, вот этого, может, убил бы. Убиваешь двоих со злобой? Нет, второго со злобой я бы не убил. Одного из них. Не хватило бы. Шквал 12. Это 8. 20 было бы. Нож убил бы одного, да. Математика. Толстого гремлина ударим. В теории можно попробовать просчитанный риск и найти что-нибудь нулевое, чтобы меня не дебафнули, например. Когда я его еще потом юзать буду? А давай попробуем. Обезвредить. 3 урона. Нормально. У меня еще на следующий ход останется... Останется защита тем самым. О, он этого щитанул. Фигня. Упс. А, мне еще хватает защиты. Все, сейчас вот этого убиваем. Колено в лицо тебе. Шестерочка тебе. И срезом добиваем. Во, не зря срез уже взял. Здесь пока что считаваться мне не надо, значит, удар сюда. И мы же на один ход, скорее всего, защиту дали, да? Да. Вообще норм. Оборона. Ту-ду-дун, ту-ду-дун. Кстати, он получает ответный урон от бронзовой чешуи, но при этом агрессию не апается. Когда получает урон от атак, там даже написано это. Смотри. Реально чешуя отлетел. А, у меня зелень неиспользуемая. Ладно, что за карта? Еще один шквал, еще одно колено. Или все схвачено. Вы берете одну карту, затем сбрасываете одну карту. Колено. По-моему, одна из лучших карт вообще. Плюс манна очень нужна. Схвачена имба. Не, ну тоже неплохо, но... Вот тут однозначно схвачено. Вообще без вариантов. Ну вообще колено у меня одно есть, а редровал за 0 манны это хорошая идея. Да, я согласен. Я согласен. Все схвачено берем. Ну и че, куда мне зелье девать? Слабость на 3 или... Можно сейчас финального босса чисто отравлениями закидать. Схвачено это как бэкап-план, только полезный. Угу. Слабость и яд на него тоже можно будет закидать. Скинь слабость. Да, мне кажется, яд посильнее будет. И у меня за ноль он есть. Кстати, а продать банки нельзя было? Так, ну что, хиляемся перед боссом? Или попробуем его убить за 41 хп? Не, я вряд ли так справлюсь. Лямс. Тем более мне обещали благословение, если я убью босса. Гол. Гексадух. Я не знаю, что это, и он не знает, что делать. Он... Я не знаю, что он будет делать вначале. Ну чё, начать сразу же яд в него кидать? Да, чё бы и нет. Чем быстрее убьем, тем лучше. Первого босса надо убить банками. Банками, банками. 6 ударов по 6. Ты издеваешься надо мной? Ёпта. Зато он много урона получит от бронзовой чеши. Так, хорошо, если я юзну зелье ловкости, сколько брони я получу? Да не, я и так, наверное, задефаюсь. 36 бьет. Возвратка бы затащила, так она у меня и так есть хоть такая.
О, не, я не вижу смысла сейчас зелье ловкости тратить. Хорошо, что я на него все-таки яд кинул. Ау, 44 хп. 5 урона два раза. О, это легко. Это уже норм. Надо попробовать резкий замах взять. На, я знаю, сейчас карту полутать какую-нибудь. Ой, слава богу, обезвредить пришел. Супер. Три удара по два вообще фигня, поэтому я сейчас одной обороной задерживаюсь спокойно и колено смогу изнуть. И срез еще на пятерочку. Если бы взял шипы, то ему было бы очень больно. Ему и так довольно больно. Итак, еще два удара по 5. Окей. Я думаю, что можно выкинуть один удар. Сейчас через оборону сыграю. Еще колено взял. Вау. Да, и удар убираем. Подтвердить. Колено. Оборона. Оборона. Удар. Найс. Что-то он хочет дефать. Супер. Супер защиту какую-то, походу, на себя. У меня сейчас резкий замах. Изнуть. Можно блик с выживанием. Резкий замах, блик. Выживание. Мне прощитный риск нужен. Нужно юзать. У меня 3 маны. Юзнуть-то могу 4. Хотя замах же мне карту даст. Давай. Ладно, не хочу риск юзать. Да и 3 халявного урона нанести не так уж и плохо. Так что... Клик. Удар. Меч. Выживание. Надеюсь, следующий удар он будет бить. Он юзает воспламенение, которое дает ему 12 защиты и бафает его силу на 2. Ауч! Следующий его урон 8. Фигня. Вообще фигня. Не просто фигня, еще отрицательный эффект нанесет. Фак. Прижигание. Хорошо, ожог неиграбельное, 2 урона мне будет наносить. Ладно. 8 дамага и еще одно прижигание, походу. Пфи. Защищаться или дамажить? Мне кажется, сейчас можно... Ну, одну защиту точно? Мне кажется, можно дамажить, потому что... Он скоро очень умирает. Плюс троечку всего получить. Не. Он заодно еще тройку получит в ответ. Так, отлично. Опять дефается. Не, фигня. Мне, блин, пришли обороны, когда он дефается. Плюс 4. Главное, чтобы он сейчас 30... Сколько-то там не вписал. Ау. Сорок два дамага. Клево. Сколько дамага мне надо, чтобы убить его? 25. Я могу задефаться один раз. Один щит. Начни со сброса ожога с хватом. Можно, кстати. Хорошая идея. Скидываем ожог. О, резкий замах пришел. Супер. Я, возможно, сейчас убью его просто. 14. Не, скорее всего, не убью, но в следующем раунде убью. Давай мне карту. Или сейчас. Не, сейчас не смогу.
Мне сейчас деваться надо. Мне сейчас надо блик хотя бы, чтобы не сдохнуть от 42 урона. И, кстати, да, он же от ответки будет умирать. Меня 5 защиты спасет. У меня же шипы, точно. У него никаких шипов нет. Все, ГГ. Блик и 2 удара. Если мы все правильно посчитали, конечно же. Бесполезная карта. Ну, вроде бы 7 на 6, это 42, да. Инферно. Он сразу сдох, он не успел все удары нанести. Вау. Окей, кул. Ну, добавляем карту талант в колоду. Или не добавляем, не знаю. Дай. Наносит 13 урона всем врагам и сжигается. Такая фигня, мой шквал мощнее. Наносит 12 урона. Вы сбрасываете все карты, кроме карт атаки. Еще одна фигня. Дай, имба. Почему? Лучше ауе эвер тянут. Возьмете X карт и получите X. Энергии в следующем году сжигается. По-моему, двойник офигенный. Не? По-моему, двойник очень крутой. Если у тебя все хорошо, ты его юзаешь и на следующий... Ну, типа, противник юзает какой-нибудь дебаф. Ты юзаешь двойника, и на следующий ход у тебя там 8 карт. Наносит дамаг нужный, больше места в колоде не занимает. Двойник при апгрейде норм. Двойник выбор профессионалов. Дай выбор тех, кто хочет жить просто. С другой стороны, умри, хорошо пойдет с моим шквалом, который всегда приходит ко мне в руку. 13 урона плюс еще 12 урона. Ладно, давайте возьмем АУЕ, раз уж на то пошло. Двойник, да, ход скипает, по сути. Там, типа, на две, можно на две его юзать. Двойник на первых ранах не заявлен, пока аналогов нормальных нету. Да, давайте, дай, окей. 350 монеток. Сундук с выбором реликвии. Рунический купол. Получаете ману в начале каждого хода, вы больше не можете видеть намерения врагов. Не знать, что делают враги, это что-то жестко. Хотя за плюс одну ману ты можешь дополнительно всегда защиты юзать всякие. На всякий случай. Звезда, черная звезда. Победа над элитными врагами теперь приносит две реликвии. Оу. Но это если я буду справляться с элитными врагами. И за каждые 5 карт в колоде восполняйте по 2 ОЗ, посещая лагерь. Звезду придется брать. И она окупится только через один файт с элитными врагами. Придется сейчас сразу прямиком к элитке идти. Если я там не умру, конечно. Ближайшая элитка вот здесь аж. А здесь торговец, который мне тоже нужен, потому что у меня в кошельке 350. Фак. Здесь торговца пропускаю. Через вопросик, наверное, надо идти. Да, в первый же босс-файт сюда, потом в лагерь. Потом к торговцу вот здесь, вот таким путем. Пойдем, и там еще один файт будет с боссом. Ну, гоу. А чё так мощно? Панцирный паразит десятку мне хочет вписать, наложить положительный эффект, и у него... 14 латной брони, получает 14 защиты в конце своего хода. Латная броня убывает на 1 при каждой потере ОЗ.
О, то есть его за раз надо продамажить больше, чем на 14. Так это я могу. Так это мы можем, у меня есть нож в спину и шквал. То есть его сразу же надо пробить, чтобы потом... Чтобы потом можно было хоть как-то его дамажить. Ну давайте слабость на него. Одним выживанием я сейчас задефаюсь, и шквал плюс нож. А, единичку каждый раз, когда ты хп. А, надо было вначале нож, а потом шквал. Фак, я неправильно сделал. Ну ладно. Шесть на два будет наносить. 13 урона. Удобно. Срез тоже сейчас хорошо. Блик плюс оборона. Неплохо. Но, видимо, все схвачено мне не очень нужно. Разве что... разве что срез поменять попробовать. Что-то хорошее там придет. Вряд ли. Гильгорд, привет. В этой игре нет мультиплеера. Не, блик плюс оборона просто. И срез ему еще минус один кладом сделает. Хотя я, кстати, все равно мог нулевку заюзать и посмотреть, вдруг что-то хорошее пришло бы. Так, коленом в лицо. Плюс удар, плюс оборона? Не. Колено, оборона, просчитанный риск. Я не хочу сейчас... Получать урон мне нельзя. Мне надо выцепить... Броню. Есть. Мне просто нельзя сейчас... Дамаг получать. Зато еще дамажим его каждый раз. Опять десяточка. Окей. Я могу тупо через оборону пока от него играть. О, резкий замах. Почему бы и нет? Карту полутаем. Срез, хорошо. Попробую все-таки юзнуть, посмотрю, вдруг... удар мне нет, не нужен. Так еще защита останется. Что за класс? Это второй класс в игре. Я не помню, безмолвно написано. Ой, очень удачное обезвреживание пришло. Коленом тебе восьмерку. Обезвредить. Итого он дамажит всего 8. Я дамажу ему еще. Возьми привычку начинать бой со... Все схвачено. Да, наверное. Практически одно из первых, что надо. Во, 18 урона. Ты что делаешь, братан? Фак. Может, я его убить могу? 12, 18. Единицы урона не хватает. Один damage. I'm one damage off of little. Клёво. I'm one card off of little. Прости, там фак. Хрупкость. Карт защиты меньше получаю. Убью его. По-моему, убиваю. Да. Один дамаж, который ты пропустил в начале. По-моему, я да. Я что там скипнул. Ксир пришел. Опа! Ноль маны на четверочку защиты. Вместе с использованием этого
той штуки, которая оставляет мне броню на следующий ход. Да, парирование. Перекат, что-то вообще 8 за 2 хода. Мне... Все, кал скипай. Да ладно тебе, халявный дев. Шипы не забывай. Я помню про шипы, поэтому я через дев хочу играть. Да какой гейс? По-моему, это чистый пари. Кат с воротом жестко. Не, яд? Нет, точно не яд. Точно не яд. Сейчас себе деку раздуешь. На третьем этаже будет 30 карт. Вот будешь плакать. Эх, зэ. Акробатик скип. Ладно, скипнем, окей. Золото. Так, ну и чё? Вы проходите сквозь несколько гробниц, и в центре круглой комнаты вы находите саркофаг, уделанный самоцветами. Вы не можете разобрать надписи на гробе, однако замечаете черный туман, струящийся из его щелей. Получить реликвию и неиграбельную начальную карту. А я ее редровать могу. Чё бы и нет. Лол. У меня же редровы будут приходить. Тем более 50% шанс всего. Халявная реликвия, по-моему. Открываем. Муки я получил, да. Но и реликвия есть. Вы открываете гроб. Черный туман сразу же вырывается наружу и охватывает всю комнату. Вы не обнаруживаете тело. Внутри лежит только реликвия. Вы берете и продолжаете путь с сильным кашлем. Фак. Череп Змеко. Каждый раз, когда вы накладываете яд, накладываете на один больше. Клёво, сейчас бы через яд играть. Полёт. Опа. А знаете, что значит этот полёт? Да что не будут они летать, по крайней мере... Никто из них, по-моему, не будет летать. Ну, по крайней мере, двое, которые хотят ударить, не будут летать. Потому что у меня есть 3 атаки. Это за 2 посчиталось? Это за 2 посчиталось. Клёво. Теперь... Ты получишь сколько? 6. Ты получишь сколько? Тоже 6. Сколько тебе будем останется? 15. С другой стороны, я мог бы их через оборону обыграть. Они же... Не, нафиг. Просто они бы столько урона получили. Типа, у меня же вот эта штука. Может быть, мне стоило через оборону сыграть и дать им ударить? Сбивай того, который с бафом? Не. Карр! Плюс 1 сила. Центрального бы сбил, да подефался. Может, что-то такое надо было сделать, хз. Ну, теперь этого точно надо сбивать. Иначе это десятка, а эти 6 пишут. Я бы вообще поменял. Я бы поменял все карты, которые у меня сейчас в руке. Может быть, кроме колена, разве что. Смотри, вот тебе коленом в лицо. 2 обороны. Да, неплохо, я думаю. Все схвачено. Сейчас посмотрим, что там придет. Дай. 13 урона. Этот сдохнет, этот выживет. Я тогда получу 5. Этот начнет умирать от атаки своей же. Либо я получу... Птицам пиши, шипы бешено много пишут. Так. Если я 2 обороны юзну, я получу в лицо 6. Если я сделаю этот,
И одну оборону. Лучше здесь троечку в щит. Этот начнет меня клевать очень больно. Лучше две защиты поюзать. Яу. Эти пытаются взлететь, на что мне, в принципе, фиолетово, наверное. Что-то почти сдох вообще. Тебя дебафаем. 9 урона. Я думаю, я этого собью, этого убью. У меня еще маны дофига сейчас, лол. Еще карту надо. Плюс оборона. Я могу даже этого не убивать сейчас. Я могу две обороны юзнуть и... Пускай летает. Дамаг еще получит от меня. Тебя 6 и вот тебя. Этот теперь умирает от следующих шипов. А он тебя бафать вообще будет. Пофиг. Обезвредить. Дай, дай, дай. Летал. Гоня. Добивающий удар наносит 8 урона за каждую разыгранную в этом ходу атаку. Продуманный план. Вы оставляете в руке до одной карты в конце своего хода. Вау! План имба. Да, я тоже думаю, что план имба. Это очень сильно. Хорошие карты в руке оставлять. Продуманный план берем. Следующий файт, погнали. Вы вообще кто такие? Чародейка и Центурион. 12 и 8. Да вы издеваетесь. Муки. Все схвачено. Убираем муки. Двенадцать, 24. И еще 13. И я все равно никого не ваншотаю в первый ход. Почему они все такие танковые всегда? Надо карту брать. И попробовать от обороны. Не повезло. Вообще не повезло. О, бой. 13 или 12 урона всем. Что лучше сейчас? Вон, не мешайся мне в колоде. Пипец, прохило 0. Я же не смогу сейчас к боссу идти. О, боже, у меня... Ааа, фак. На мне дебаф на хрупкость. Ё-моё. На два хода причём.
Ау. Прохил. Всех. О, бой. Юзай талант. Кого? Зелье ловкости. Ну, он дефа это нахиляет. Ладно. Ладно. На 15. И два удара. Отлично вообще. План на всю игру действует, то есть. На чем ты? А, это талант! Я понял. Я с талантами так и не играл просто, по сути. Я понял. Нифига ж себе, это крутой талант. Я думал, это один раз ты типа его юзнул и оставил одну карту на следующий ход. Я думал, что это уже сильно. 5 защиты. 10 защиты. Так, карту что ли по... Возьмем, попробуем. Мне нужна защита. Мне нужна защита. Мне нужна защита. Нож в спину. Ау. Муки пришли опять. Клёво. Иди отсюда. Не, опять я мало дефаюсь. Чё-то очень тяжелый затяжной файт. Надо было зелье ловкости использовать сразу же. Надо было. Просто надо было юзать зелье ловкости. Ну и где карты? Алло. Эй, когда... Когда мне надо наносить урон... Короче, мне приходит дев. Чародейку вообще никак убить не могу. Ни то, ни другое. Ну, продуманный план, клево, спасибо. Че, я сейчас муки оставлю в руке? Не, я их сброшу. Окей, какой-никакой, но дев сейчас. На десяточку в этом ходу. Надо, походу, пробивать сейчас, как могу вообще. Никакой обороны на 3. Выбрать карту, чтобы оставить... Не нужна мне оборона сейчас. Ага. Оставил бы 8 дефа в руке на следующий ход. Зачем, видите? У меня же уже работал талант, как он там назывался. Ну, короче, который оставляет броню на следующий ход. Обезвредить тебя. И чё мне это даст? Он мне девятку впишет. Тебя и убить, походу. Все еще не могу. Ставить удар. А похилиться сейчас. Мне не нужен удар, я лучше что-нибудь другое найду. Оставляй карту, у тебя в любом случае доберется 5 карт и будет 6. Ну. Ребят, еще раз. Я предполагаю, что потом все скинутся карты. И добираться все равно будет до определенного количества. Все схвачено. Колено в лицо. У тебя лимит руки 9 карт, но я до лимита еще не доходил. Как ты понимаешь?
Мне бы сейчас моя шестерка, которую я оставил бы в руке, как раз она бы пригодилась. Я бы добил ее. Я бы добил чародейку. Всегда, если есть возможность, оставляй карт, ничем не рискуешь. Ну понятно, это. Я опять же недооценил. А, о, баф пошел. Клево, клево, хорош. Давай бафаться, почему бы и нет? Берем карту. Муки. Оборона. Оборона. Оборона, скинь муки. ГГ было весело, да, да. Я думал просто, что я меньше доберу. Поскольку она добирает всегда? 5 карт. Ну да, 5 я и добрал. А, может... О, я ее убить могу, неужели? Е-е-ей! Халявно обезвредить на тебя. Давай. Всегда стараемся оставить дев. Давай первым танк в следующий раз. Может быть, кстати. Может быть. 15 защиты. Ха. Ибо что мне еще делать? Мы же взяли ловкостью, уже пора бы. Ставил бы обезвредить на следующий ход, а блик бы поюзал. Можно было, кстати, как вариант, да. Фьюри флэш, чего такая? Четырнадцати мне хватит? Нет, продолжаем. Муки, уйдите отсюда, пожалуйста. Уйдите от меня. Выживание мне сколько даст? 10. Ага. Или на семерку ровно, и выживание оставить. Да, я думаю, так лучше сделать. Выживание оставлю в руке. Если бы я в самом начале, кстати, подъюзнул, скорее всего, вообще хорошо дефался бы. 8 на 3 ты такую атаку еще не делал, камон. Взвредить. 6 на 3. Окей, мне хватит. Я еще жив. Я еще жив. Тебе коленом в лицо. Ну, придется сбрасывать удар, скорее всего, ничего уж делать. Щит юзаем и срез тебе. Возможно, я его сейчас добью. Возможно, кстати, не стоило сбрасывать удар, лучше стоило бы сбросить срез, потому что сколько у меня урона? 16. Е-е-ей, я выиграл! Берете одну карту, получаете 3 защиты, если это карта навык. Ужас, накладывает 99 уязвимости, сжигается. Уязвимость, нифига себе. Вот эту карту под вот эту реликвию получать в каждом первом ходу. Террор идеально. Блин, что взять не? Надо брать террор. А это террор плюс. Вот она в чем его прикол. То есть это улучшенная карта пришла. Так, напролом наносит 10 урона всем врагам. В начале следующего хода вы возьмете на одну карту меньше. Okay. К вопросику и к костру погнали. Вот тебе и вопросик. Так, стратегия. Получает 3 защиты каждый раз, когда теряет ОЗ, когда податливость срабатывает, получаемая защита повышается, срабатывает до 3 раз в начале хода.
Блик сейчас будем оставлять продуманным планом. А дамажить будем всем, чем можно. Я думаю. Мне повезло, что он удар не делает вначале. Хорошо. Чем больше урон, тем меньше защиты ты получишь, да? Значит, самым первым мы юзаем дай-дай-дай. Есть. Теперь мы юзаем нож в спину. Теперь мы юзаем срез, чтобы нанести единичку. После шквала у него будет еще дофига. Сожги эликсиром курс, чтобы не дровать его. Можно, кстати, видеть. Хорошая идея. Он навсегда сжигается потом? Нет, в колоде остается все-таки. Ну и можно было не юзать срез, в принципе, он мне не нужен. Возможно, надо было его как раз до этого. Хорошо, оставляем блик. Ослабляющий спор он использовал. Вау. 7 ударов на 3, урона на 3. 3 раза. По 7. Мне не хватит, по-моему, защиты. Мне повезло, что обезвредить выпал, но... Походу, это все какая. 5 на 3. У меня 9 защиты. Он, да, он меня убивает. Гага. Ну... Первый ран за безмолвную. Я все считаю, что более-менее неплохо. Вы сломлены. Окей. Счет 192. Возвращаемся к первому классу.